отдаленную эпоху Ренессанса. Жил в Испании Идальго Дон Кихот со своим оруженосцем Санчо Панса. Ранним утром он отправился в поход. Против мельниц ветряных самозабвенно он сражался, о пощаде не моля. Ну а Санчо уплетал гостя в таверне и при этом напевал тра-ля-ля-ля, тра-ля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 , тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Без ума влюбился рыцарь в Дульцинею, и посылал он ей сонеты и цветы. Но при встрече то краснее, то бледнее с Дульцинеей перейти не мог на ты. И с простой обыкновенной пастушкой обращался он, как с дочкой короля. Ну а Санчо обнимал ее подружку и при этом напевал тра-ля-ля-ля, тра-ля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 -
за любовью, зря терпел лишение жизни кочевой. Заработал он невроз и малокровие, не исправив в этом мире ничего. И останки благородного скитальца приняла все та же грешная земля. Ну останься на поминках у Идальго, пил вино и напевал тра-ля-ля-ля. Спасибо. Ну ладно, как полагается в этой программе, начнем с того, что я родился. Родился я на маяке, в устье Северной Двины, на острове Мудюк. Родители мои были метеорологи, и поэтому предполагалось, что я тоже стану картографом, метеорологом, может быть, полярником. И имя мне дали Герард в честь замечательного картографа нидерландского Герарда Меркатора. Через 3 года родился мой брат Анатолий. Родители любили друг друга. И, казалось бы, мы жили счастливо. Но потом началась война. В 42-м году осенью папа ушел на фронт. И через несколько дней мама подписала контракт на метеорологическую станцию Инцы. Это в горло Белого моря. Сделала она это, уехав из довольно цивилизованного города Архангельск. По одной простой причине надвигался голод, знаменитый архангельский голод, а у нее на руках оставались 2 пацанов. Поэтому она поехала на эту трудную работу старшим метеорологом. И через месяц мама тяжело заболела и ушла из жизни. Помню, что она лежала без памяти неделю, и за это время прилетал самолет из Архангельска, чтобы ее забрать. Но море штормило, надо было преодолеть штормовую полосу, и никто не решился на шлюпке доставить на этот гидросамолет. А он прилетел, покружился и улетел. Маму похоронили, мы остались с братом Анатолием в людях. Хорошая семья. Дядя Митя, начальник этой станции, его жена и 3 детей. И мы с братом вот жили в этой семье. Мама умерла 2 декабря, а в конце декабря на маяке
вот это воинское подразделение. Ну, Новый год. Устроили праздник. Встречу Нового года. И там состоялось мое первое театрально-музыкальное впечатление. Потому что на импровизированной сцене сидели солдаты в плащ-накидках, кругом. Посредине стояла летучая мышь, лампа, замаскированная чем-то синим. И они пели. Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, ходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Да, они пели, почему-то эта песня надолго мне запомнилась. Правда, потом, много лет спустя, я уже сомневался, было ли это или не было. Мне казалось, что я сам себе это придумал. Но потом я проверил. Казалось, что Соловьев Седой написал эту песню в августе 41-го года. Так что это было. Ну, потом была суровая зима. Мы с братом ходили на берег моря, и на торосах из полыньи ветром, там же штормило, а на ветром, на мелководье выбрасывало мелкую рыбу, сайку, и она прямо на льдинах замерзала. А мы с братом, ну, правда, брат сидел на берегу, я карабкался по этим торосам, собирал эту рыбу, и потом жарили на подсолнечном масле, который мы получали в своем полярном пайке, жарили целую сковородку вкуснейшей рыбы. Должен признаться, что я всю жизнь чувствую нехватку родителей. В марте 43-го года мама отца получила последнее письмо от него, где он говорил, что Таня, его жена, умерла. И он просил бабушку, чтобы она о нас позаботилась. Она сразу стала хлопотать о том, чтобы нас переправили в город Горький, ныне Нижний Новгород. Нас привезли в Горький к бабушке. Меня отдали в Суворовское училище. Привела меня бабуля. Стоим мы в холле Суворовского училища, кафелем покрытый пол, огромный барельеф, переход Суворова через Альпы. Все, стоим, бедный сирот, и выходит блестящий офицер, подполковник. Я потом понял, что это за звездочки уже, когда стал суворовцем. Шинель в накидку, блестящие сапоги. Говорит: «Мать, ты что сюда пришла?» Она говорит: «Да вот, привела в училище поступать». Привела,
Ну так пойдем, будет суворовцем. Взял меня, отвел в коптерку, это называется такое помещение, где обмундирование, переодели меня в суворовское училище и сразу привели в спальню, показали мою тумбочку, постель, аккуратно заправленную, и сказали, чтобы вот так всегда было. Вот в тумбочке лежала зубная щетка, круглая коробочка зубного порошка, между прочим. Нашим детям уже это неведомо. Вот. И полотенце треугольничком лежало. И отвели в класс. А в классе шел урок литературы. И вела его красивая женщина-блондинка в обтягивающем свитере беленьком. Мне было 9 лет, но я себя почувствовал мужчиной, ребята. Не знаю, почему. Вообще в нас это чувство в Суворовском училище уважали. Нас никогда офицеры-воспитатели не унижали окриком, каким-нибудь там шлепком, ударом. Никогда. Это были отцы родные. В Суворовском училище, конечно, была очень, очень, как говорится, приветствовать пение. Во-первых, мы пели все в строю. В строю мы пели «Соловей, соловей, пташечка!» Ну, эти старосолдатские царские песни. Вечером была такая вечерняя прогулка по городу. А в старших классах у нас уже появились подруги. И поэтому мы, конечно, щеголяли звонким пением в обязательном порядке. Я всегда был ротным запевалой. Ну и, конечно, был обязательный хор. А вот в 14 лет наш хормейстер, будучи главным хормейстером оперного театра, Скаковский Петр Соломонович, не Стаковский, а Скаковский, вот, вдруг меня сказал, ну-ка иди сюда, садись рядом, будешь год сидеть. Я говорю, почему? У тебя началась эта процедура ломки голоса. И когда, на его взгляд, закончилась мутация моего голоса, он мне принес ноты. Арию Сусанина из «Чуют проводу бас». И потом «Запорожец за Дунаем». «Теперь я турок, не казак, сдается, добрый одягнулся». Басовые арии. И я пел. Я их пел даже в 9 классе на конкурсе художественной самодеятельности и произвел хорошее впечатление. И ко мне на 4-й этаж поднялся Иван Яковлевич Струков, народный артист России, сам бас, похвалил меня и сказал, что я должен заниматься пением всерьез. На что я возразил, что меня готовят к служению Родине в офицерском звании, а он возразил и мне. Сказал, Господь Бог тебе дал голос, ты должен учиться, а потом радовать людей. При окончании Суворовского училища я получил от Ивана Яковлевича Струкова рекомендательное письмо в Московскую консерваторию. Принял присягу на службу, верную службу Родине и назначение в Московское военное училище имени Верховного Совета РСФСР. И я взял московскую пехотку, вот, которую, в общем, со временем и закончил. Приехал в консерваторию, да, с рекомендательным письмом. Его прочли, сказали, хорошо, мы берем вас на подготовительные курсы. Мне не с кем было посоветоваться, что такое подготовительный курс в консерватории. Это всего лишь потому, что у меня не было музыкального образования. В консерваторию я бы засомневался и не пошел, шинелку набросил. И с моим другом Эдиком Гомзо мы поехали в училище Верховного Совета. И там я учились 3 года. Потом вдруг пришел приказ, армия садилась на колеса, и нас половину выпуска за 2 месяца до боевых стрельб отправили в Ленинград.
В это же время я бегал в консерваторию, готовился к поступлению, приготовил репертуар. Сейчас мы с Ваней, я его вам испою. Итак, Варламов, романс «О, не целуй меня». О, не целуй меня, твои лапзанья, волнует кровь, а мне родят желания. Не обнимай меня, твои ламнатья, меня лишают сил хоть расстрадать я. Взгляни, как бледен я, нет воли и силы. О, не ласкай меня, друг добрый, милый, о, не ласкай меня, друг добрый, милый. Разжигай во мне любви напрасно, не искушай меня любовью страстной. О, не жильчи ты мне благоразумия, и не лишай меня благоразумия. Идей и чувства мне не знать нам счастья. О, не люби меня с такой страстью. О, не люби меня с такой страстью. Наверное, я волновался тогда меньше, чем сейчас. Нет, ну мы вчера повторяли это, и я безошибочно пел. Тут некоторые слова смямлил. Меня приняли. Послали письмо главкому сухопутных войск маршалу Гречко, который дал разрешение мне учиться на вечернем отделении и служить в ленинградском гарнизоне. Держал испытание в Большой театр, в стажерскую группу. И на третьем туре, обращай внимание, я во время исполнения каватины Фигаро перед фразой «100 голосов зовут, стоит явиться мне», там проигрыш оркестровый. Мне показалось, что кто-то что-то в оркестре не сыграл. Я остановился и сказал: «Маэстро, я не понял, в чем дело». В зале сидели Вишневская, Огневцев, Зураб Джапаридзе, был такой выдающийся тенор. Они в голос засмеялись. Из этих, так сказать, страждущих, семерых обсуждали. И меня в том числе. Шестерых взяли. Мне рекомендовали на годик за опытом съездить в регион, как теперь говорят, в провинцию. Я спокойненько принял приглашение в Новосибирск, поехал в театр музыкальной комедии, сделал 6 ролей за 8 месяцев. И каких ролей? Это был Эдвин, Верка и Алые паруса, это типа такого студента, Баренкаев в «Цыганском бароне», Орловского в «Летучей мыши», графа Данилу, и отрепетировал «My Fair Lady» Хиггинса с замечательным режиссером Анатолием Кардунером. Но сыграть не успел. Поехали на гастроли в Тверь, тогда это назывался город Калинин. И уже там, в один из последних дней, раздался звонок из Москвы, и я получил приглашение в Москву. И была интересная такая встреча на первой репетиции. Георгий Павлович меня представляет труппе. Ну, как он называет? Вот, Гера Васильев, там, расскажи о себе. Я говорю: ну, я родился, учился в Суворовском училище, учился в консерватории. Один сезон работал в Новосибирской театре музыкальной комедии, сыграл 6 ролей за 8 месяцев, и сзади реплика: ну, здесь так не будет. Ну, конечно, 6 ролей за сезон – это немыслимо. Даже наши самые успешные ребята то столько не вырабатывают. Но каждый год была премьера. Во всяком случае, первые годы каждый год была премьера. Потом я обленился, стал меньше работать. Сильва появилась не сразу. Я помню, как меня вводила в этот спектакль Анна Федоровна Гидройф. Спектакль шел в постановке Григория Яковлевича Ерона. Хорошая была пьеса. И вообще спектакль был замечательный.
И вот она меня просила, пожалуйста, завтра Георгий Павлович будет принимать твою роль. Сделай все, как я тебе... Она бывшая субретка. Она очень сама играла в этом спектакле и очень хорошо знала этот спектакль. Ну, пожалуйста, я тебя умоляю, только делай так, как я тебе сказал. Я знаю, потом ты будешь все делать по-своему, сказала она. Я говорю, хорошо, значит, я все так и сыграл. Помню, сыграл, конечно, волновался, первая фрачная роль, но фрак был, загляденье. На другой день шла репетиция, не помню какого спектакля, меня Георгий Павлович позвал со сцены, посадил рядом и сказал, молодец. А я комплексовал, что-то там, молодец. И знаешь, почему ты молодец? Не потому, что ты там что-то ошибался, потому что то, что я тебе говорил, ты все выполнил. От признать, что сам вам сердцу больно, нам не дал наш роман и тайна, добавлял вас любовь на минутку, не вернуть вновь эту шутку. Однажды театр приехал в Прагу, Георгий Павлович Анисимов сделал 3 постановки в Национальном оперном театре в Праге. Это «Повесть о настоящем человеке», «Любовь к 3 апельсинам» и «Война и мир». Одним словом, Георгий Павлович стал как бы пражанином, получил премию Клемента Готвальда и поэтому имел возможность привести свой театр в Прагу, в Чехословакию тогда. Мы играли «Девичий переполох», «Фиалку Монмартра» и «Концерт». Так вот, такой был обычай. Всегда все коллективы, приезжающие за границу, должны были выступить в посольстве. Так вот, мы поехали в посольство, а я в гостинице забыл ноты, которые были, даже не знаю, не помню какого композитора, одним словом, посвященные Москве. И я нигде никогда не пел, и концертмейстер нигде никогда не играл эту песню. Одним словом, без нот мы не могли воспроизвести это произведение. И тогда мне Георгий Павлович как-то так легко сказал, спой «Выходную Данилы». Он сказал, запомните. Я вышел на сцену, лихо так, в цилиндре с тростью. Мне, черт возьми, не повезло. 2 дня не спал, хотел поспать. И вдруг зачем-то, как назло, в посольство вызван. И я опять гляжу на посла. И опять. А я в присутствии посла, его бумаги и дела, его большой шумный двор переношу с большим трудом. Мне нестерпимо скучно тут, где притворяются и лгут, и не краснеют с давних пор, болтают с важным видом вздор. Что-то я вынужден был проглотить, и дальше, не моргнув глазом, допел все остальное, иду к Максиму я, где ждут меня друзья и так далее, и тому подобное. На посла взглянуть боюсь. За кулисами, знаю, стоит Георгий Павлович Анисимов, который сам меня на это подвиг. В общем, лажа по полному. Отпел. Поклонился. И, проходя мимо Георгия Павловича, я даже на него не взглянул. В общем, вот был такой эпизод. Иду к Максиму я, там живу.
друзья, там шар сердечный ценят, там дружбе не изменят, там смех, там блеск огней, веселый круг друзей, и забываешь скуку, и на душе светлей, там чувствует преград, там честь дрожа, там женщины беспечны. Зато чистосердечны. Там смех, там блеск огней, веселый круг друзей, и забывая скуку, и на душе светлей. Потом в Московском театре оперетты вслед за Ленинградским театром взяли в репертуар «Свадьбу Кречинского» композитора Колкера. И там, там были замечательные роли. Вот, сыграли мы. А потом пришел Сирано де Бержерак, это неистовый гасконец. Потом «Любовь Яровая». И вот тут мозги начали завихряться. Я почувствовал такой тягу, вкус к настоящей драматургии. И сыграв все эти три наименования, честно говоря, меня занесло. Я стал небрежно относиться к своим прежним ролям. Вот. Но Господь Бог меня поправил. Потом, много спустя, театр уже играл «Принцессу цирка», я не играл премьеру этого спектакля, потому что тяжело болел. Очевидно, вот это было наказание за мое зазнайство, что я увлекся этими мюзиклами. И да, потом болезнь прошла, Господь Бог меня простил. И, в общем, я ничуть не жалею, что посвятил свою жизнь этой прекрасной даме оперетте. Как оказалось, что наш жанр близок даже тинейджерам из Академии детского мюзикла, где, кстати, с удовольствием занимается и мой сын Сережа. Вот. И сегодня они специально споют для нас написанную композитором Гюльсят Шайдуловой песню «Мир старых оперетт». Идите, ребятки, сюда. Я для вас освобождаю место. Поднимайтесь. Нам дарит счастье.
через много лет нам вспомнится куплет. Любовь такая, глупость большая, влюбленный всех лишает разума любовь. Все это знают и понимают, но все равно влюбляться будут вновь и вновь. Герард Вячеславович, да. В роли графа Даниила вы в последний раз играли 3 года назад. А чем же запомнилась вам эта роль? И помните ли вы, с каким чувством исполняли ее впервые? Да, это была моя одна из моих любимых ролей. Кстати, я могу сказать, что у меня нелюбимых ролей не было. Если мне сразу какая-то роль не нравилась, я находил суворовский способ от этого выйти, уйти. Без всяких разговоров. То заболевал, то еще как-то прикидывался. Одним словом, меня потом от этого освобождали. Был такой случай, когда мне поручили роль генерала в спектакле «Василий Теркин». Ну, какой я был генерал в те годы? Я как военный человек на самом деле. Возможно, мне бы кому-то могло показаться, что будет лестно сыграть высокий чин. Я отказался, сказал, что я для этого звания молод. Вот. А для самого Василия Теркина были более подходящие ребята, поэтому мне эту роль не досталась. Вот так вот. Ладно. Вообще-то я очень люблю поговорить об оперетте, о нашем жанре, и об актерах, и о стариках-актерах, потому что я ведь все-таки многих застал. Я застал Юрия Никифоровича Богданова, Александра Зиновича Горелика. Вообще было много замечательных актеров, которые были именно оперетошные. В них был какой-то шарм. Ну, а с Татьяной Ивановной Шмыгой я просто очень много играл ролей. И началось все это со спектакля «Цирк зажигает огни». Я, по-моему, чуть ли только месяц был в театре. Предстояли гастроли в Минске. И Татьяна Ивановна встретила меня где-то на лестнице и сказала, не хотел бы я сыграть роль в спектакле «Цирк зажигает огни». Это была, в этом спектакле была ее коронная роль, Глории Розетти. Но Юрий Никифорович Богданов был болен, который играл с ней эту роль. Я дал согласие. Это была интересная роль, интересная работа. Было такое дело, да. Много было интересных людей. Я их еще застал. Я счастлив. Да. Как забыть мне те мгновения нашу свадьбу там на сцене, где в любви мы поклялись? В вихре брата я вас и сестры сменили каразы, нас поздравил мир пули. Здравствуйте, Герард Вячеславович. «Девичий переполох» – достаточно популярная оперетта своего времени. Да. У вас там своеобразный парик и грим, напоминающий былинного героя. Да. Как вы нашли этот образ и как долго вы его искали? Спасибо. Дело в том, что я мальчишкой видел
видел какие-то эти фильмы, сказки, где Столяров, знаменитый Столяров, который играл, помните, в фильме «Цирк», да? Вот. Играл сказочных персонажей. Поэтому я, не задумываясь, взял тогда эти, были такие масляные карандашики, нарисовал себе этот грим, красивый причок, этот, прическу, бородку, усики, и принес режиссеру. Говорю, вот я бы хотел. Георгий Павлович Анисимову. Я говорю, я хотел бы вот такой грим иметь. Он говорит, а что, мне нравится. Подписал. Я отнес нашим постижерам, они мне приготовили такой парик. Наш костюмер, наш постижер Верочка, да, она еще до сих пор работает. И она мне этот паричок на руках, это была ручная работа, сшила. Я очень хорошо, ну, в нем работал. Потом, вот когда был у меня эти самые всякие болезни, в этот спектакль ввелся Слава Иванов, и ему отдали мой парик. Я приревновал. Я отказался от этой роли. Бывает. Ревность не порок. При работе над ролью мистера Икс не мешал ли вам мистер Икс Боца? Георг Боц? Нет. Не мешал. И несколько раз я видел этот фильм. Я даже был знаком с актрисой Юрасовой, которая играла Теодору Вердье. И она... Я учился в консерватории, она держала экзамен, пела свой дипломный экзамен на сцене в зале Глазунова. Вообще, я хочу сказать, что я никогда не завидовал ни одному актеру, даже тем, с кем играю, играл или играю одни роли. Больше того, Георг Карлович Отц, мы с ним, я был с ним знаком, и даже мы однажды участвовали в одном концерте, посвященном 8 марта в Большом театре. Это была интересная встреча, потому что я уже там сидел в грим-комнате, его привели утром в Большой театр на репетицию. Утреннюю репетицию ему предоставляли какую-то более шикарную грим-комнату. Он сказал, нет, я посижу с Герардом, мы тут сейчас поболтаем. И мы разговаривали, но не о ролях, а о жизни. Он сетовал, что он приготовил какую-то песню молодого композитора эстонского, а его заставляют снова петь «Я люблю тебя, жизнь». Я говорю, Георг Карлович, ну это же замечательная песня. Он говорит, но ведь я же не предназначен к тому, чтобы все время одно и то же, как говорится, тиражировать. Вот я привез хорошую песню молодого эстонского композитора, и возражают. Ну вот так он посетовал, мы посидели, потом каждый из нас вышел в свой черед. Значит, было много ролей. Было много ролей. Но была роль мистера Икс в оперете Кальмана «Принцесса цирка». Я поздно вошел в этот спектакль. В премьере я не принимал участия. Там были у меня некоторые сложности со здоровьем. Вот попозже я ввелся в этот спектакль, играл все представления с Леной Ионовой, но однажды Лене Ионовой понадобилось где-то там, то ли в концерте выступить, то ли куда-то уехать на гастроли, и она попросила Жанну Жердер ее заменить в этом спектакле. Это была ее роковая ошибка. Мы с Жанной сыграли этот спектакль, на другой день объяснились в любви, и так через некоторое время, в общем, стали вместе жить. А потом официально оформили этот брак. А потом народился у нас сын Сережа. И, в общем, вот эта самая Жанна Жердер, моя жена, которая сегодня сидит в этом зале.
потом, а сейчас не беспокойтесь у нас. Сказочный с прошлым роман. Экран, но будет сердце у нас. Сказочный с прошлым роман. Скоро погаснет экран, но будет сердце у нас. Сказочный с прошлым роман. Герард Вячеславович, да. Вы играете Цезаря в мюзикле «Цезарь и Клеопатра». Скажите, а что общего у вас с прославленным полководцем? То, что я лейтенант Советской Армии? Нет. Я, конечно, работаю, ну это громко, вообще как-то странно звучит, да? Я работаю над этой ролью. Ну, в общем, готовясь к исполнению и на самом деле работаю, потому что такие образы так просто, такие роли так просто не даются. Вот я, конечно, перелопатил всю литературу, которая у нас имеется на русском языке о Цезаре. И понял, что у нас с ним, несмотря на разницу в социальном положении, у нас с ним очень много общего. По крайней мере, взгляды на государство, общество, женщин, детей. И исходя из этого, я как бы для себя лепил этот образ, громко выражаясь. Подозревая об этом вопросе, мы с Ваней вспомнили арию Цезаря. Полуцарица, дар небес по рождению ада. Может быть, она просто мне снится. Я не знаю, и знать мне не надо. Словно сфинкс, щедрый подарок, как восход на закате дня, как апрельский денек, что так весел и ярок. Эта девочка для меня. Можно ли отказаться от звезды, что упала тебе в ладонь? Можно ли отказаться от воды, когда вокруг огонь? Разве можно отказаться от луны, что нам дарит вечерний свет? Когда два сердца любовью полны, разве можно сказать счастье? Раз был воспет и увенчан, мне фортуна светила всегда. Покорял города, словно женщин, или женщин, как города. И не знал я, что так случится,
О, седая моя голова, что как в юности сердце мое будет биться, в рифмы складывая слова. Можно ли отказаться от звезды, что упала тебе в ладонь? Можно ли отказаться от воды, когда вокруг огонь? Разве можно отказаться от луны, что нам дарит вечерний свет? Когда два сердца любовью полны, разве можно сказать счастью нет? Обычно в конце таких встреч всегда задают вопросы о планах на будущее. Так вот, сейчас мои мысли заняты предстоящим конкурсом молодых артистов «Оперетты», «Оперетта Ленд». И сегодня в зале присутствуют многие лауреаты этого конкурса, и мы в заключение, в завершение этой программы, они исполнят наш гимн «Карамбалину». Прошу. На Монмартре поздней ночью не смолкает гул, там бессонные веселье до утра. В час, когда перед рассветом весь Париж уснул, в кабачках в разгаре танцы игра. Там свидание и уже роман, ничего, что пуст карман. Там порой за пять минут поэты песни состают, что целый год потом Париж их распевал. Эй! Что целый год потом Париж их распевал. Карамбалина, карамбалетта, спина веселья и весны. Карамбалина, карамбалетта, в тебя певцы Монмартром влюблены. Нарядный блёстко и на подмостке чарует сорта. Очертания крыш, на горятках и барах огоньки. А тебе, карамбалетта, будет петь Париж под веселый шум бульваров и реки. Пишет песни о тебе поэт, а художник твой портрет. Но кому же, наконец, подаришь ты любви венец? Кого полюбишь ты, владычица сердец? Эй, кого полюбишь ты, владычица сердец?